пришлось сделать вот такую печку на отработке взамен печи на дровах, поскольку с дровами сейчас проблема, отработки хватает. Вот что-то где-то посмотрел в интернете, что-то придумал сам. Вот очень удобно чистить. Откручивается. Вот. Внутри стоит тарелка испаритель, которую удобно чистить. Вот сколько у нас нагорело. Грубо говоря, раз и почищен. Ну, поджигать не буду. Разжигать очень быстро и удобно. Вот. Вот бачок повесил, заливается сюда отработка. Плохо видно, конечно. Ну, там он пустой сейчас у меня. Вот кран. Регулируется подача. Трубка вот снимается, чтобы можно было почистить, если вдруг загорит. Вон там даже видно, что есть немножко сажи образовалось. Вот. Здесь использовал нержавеющие трубки в качестве теплообменника. В будущем хочу обтянуть жестью. Вот. Нарезать отверстий и приспособить как бы вентилятор. Вот вентилятор у меня вот такой вот с военного Кунга на 220 вольт. Ну, не знаю, что получится. Вентилятор как бы слабоватый, я уже пробовал, но может что-то и получится. Вот такой вот общий вид, как барабан у револьвера. Ну, печку уже топил, мне нравится, горит ровно, не дымит абсолютно. Сделал вот шибер, чтобы было быстрее потушить. В принципе, тушить можно как и шибером, так и кран перекрыл, там догорает, что внутри, и все. Очень быстро можно потушить. Ну, вот такая вот получилась у меня конструкция.